Можно ли рисовать? Я каждый раз перед рисунком и после рисунка тебя ругают за какой-то ерунды. Любой просит это дело. И любого будет к этому отвращение. И у меня тоже. Я такой же, как все. И не интересуются рисунками. Они, мои родители, никогда не интересуются. Никогда. Никогда. После моей смерти они тоже не будут интересоваться. Даже если я стану знаменитым художником, чего не произойдет никогда. Они не будут вдаваться в подробности моей рисунков или жизни. Я не обвиняю, просто так все сложилось. Вот рисунок. Как тебе? Напиши что-нибудь. Когда появится фотоаппарат, ты когда-нибудь тебя сфотографирую на хорошем качестве.